Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Android Tester, и я бы хотел бы на примере сделать перевод одного комментария интересного от нашего моего испанского подписчика Оскар Дэниел Безис Серминто. И давайте посмотрим, как справятся наши переводчики. Это Яндекс.Переводчик, переводчик Google и мобильный переводчик Translate.ru. Давайте мы ставим переводчик Яндекс и перейдем на наше слово. Отличное видео, ты заслуживаете мой лайк. Чертовски люблю тебя. Большое спасибо за такую любезность. Мне очень нравится, что вы смотрите мое видео. Большое спасибо. И следующий — это переводчик Google. Как он справится с этой работой? Так, давайте ставим сюда текст. Отличное видео, которое вы заслуживаете. Мне нравится трахать любовь. Но это просто нечто. Google-переводчик умеет шутить. И напоследок translate.ru. Вставляем текст и переводим. Превосходное видео. Ты заслуживаешь мой лайк. Педераст любил. Ну и translate.ru тоже так же отжигает. А вот теперь думайте, каким переводчиком вы бы хотели бы пользоваться. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока. До новых встреч.